Всем привет! Сегодня мы с вами испечем необычайно вкусное, нежное и рассыпчатое кофейное печенье, которое называется кофе с молоком. Для его приготовления возьмите 100 грамм мягкого сливочного масла, 150 грамм сахара, 50 миллилитров молока, 2 яйца, 250-300 грамм муки, 3 чайные ложки растворимого кофе, 2 столовые ложки какао и 2 чайные ложки разрыхлителя. Приступим. Молоко хорошо подогрейте, насыпьте в него кофе и растворите его. Пока отставьте. Мягкое сливочное масло разотрите с сахаром. Добавьте яйца. Влейте кофе с молоком. Добавьте порошок какао. И муку с разрыхлителем. Замесите не очень крутое тесто. Сформируйте небольшие печенюшки в виде кофейных зерен. Вот так. Выкладывайте их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут. Ароматное, очень вкусное, нежное и мягкое. Приятного аппетита! Балуйте себя и своих близких!